Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Второй шанс на счастливую жизнь». Год назад муж Иры, Валера, ушел к молодой любовнице, бросив ее с двумя детьми. Ире пришлось взять ответственность за себя и детей в свои руки и открыть небольшой салон красоты, где она и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей, первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка. Вспоминая совместное прошлое, Андрей и Ира сближаются и начинают тайно встречаться. Их начинает мучить совесть, оба не привыкли врать и скрываться. Они решают рассказать о своем романе. Но жена Андрея попадает в аварию, после которой становится инвалидом. Премьера сериала «Второй шанс на счастливую жизнь» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже.